А меня слышал? О! Извиняюсь, редактор только что сказали, что я должен быть к вам. А я стою и жду, думаю, что за тишина происходит. Вегас Кутцева, наверное, все сейчас грустят о том, что они не выиграли автомобиль. Но следите обязательно за объявлениями в официальных социальных сетях торгово-развлекательных комплексов «Вегас». Обязательно, я думаю, что они будут и впредь устраивать всевозможные розыгрыши и акции, да и здесь, на концертах «Пустовы». Вы знаете, что мы всегда рады, когда нам передают партнеры подарки, разыграть их среди вас, поэтому обязательно следите за всеми обновлениями и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, приходите всегда на концерты Муз-ТВ по воскресеньям в торговый комплекс либо «Вегас», либо «Кунцево», либо «Каширка», либо «Кунцево». И обязательно вам повезет, потому что главное вовремя оказаться в нужном месте, в нужное время, ну и так далее. Да, я знаю, у меня сегодня не очень удачная футболка, я посмотрел, как у меня получается на фотографиях, думал, нифига себе, я влез в эту прекрасную, замечательную кофточку, а на самом деле смотрюсь нелепо. Ну ничего страшного, бывает и такое. Надо меньше есть. Итак, я хочу вас попросить, чтобы у всех было хорошее настроение. Обязательно те, кто сверху, я понимаю, что лучше видно, но спускайтесь к нам поближе. Артисты чувствуют энергию вашу, когда вы находитесь в непосредственной близости от каждого из них. Конечно же, будьте с хорошим настроением, улыбайтесь. Флажочки не забываем. Да-да-да, потому что мы в прямом эфире работаем, и поэтому каждый улыбающийся, радостный человек, который излучает счастье, обязательно окажется в прямом эфире крупным планом. Поэтому втягивайте щеки, как я, подбородки. Вот, чтобы в кадре выглядеть хорошо, потому что вас будут показывать обязательно. Поэтому радуемся с друзьями, всей семьей, если вы пришли, с родственниками. И обязательно аплодируем и встречаем гостей на нашей сцене так же тепло, как наша победительница встречала свой автомобиль. Надеюсь, что она уже его забрала, отогнала. Вот. И супруг ей в этом помог. Что еще? Не забывайте, что 21 октября у нас состоится празднование дня рождения телеканала Муз-ТВ. 22 года в эфире. Это будет происходить в Кремле. Билеты еще в продаже. Поэтому приобретайте, приходите. У моей мамы, в конце концов, 21 октября день рождения. Поэтому тоже приходите. И в честь этого пускай тоже хороший, мне кажется, отличный повод. И самое интересное, что мы там тоже все будем. Будет огромное количество артистов поздравлять нас с днем рождения. Кстати, Лера Кудрявцева недавно написала, что она 22 года на телевидении. И именно телеканал Муз-ТВ в свое время дал ей огромную дорогу в жизни. Мы рады, что Лерочка с нами уже столько-столько лет. Вот. И надеюсь, что все мы, молодая поросль, будем брать пример с наших метров и прослужим так же долго и еще дольше на родном музыкальном телеканале. Вот. Что хочется сказать? Да, вот Инна Галич, все приветствуют! Все! Это мои фанаты, Инна! Не трогай их! Инна, покусилась на моих поклонников! Друзья, я вижу, что